Всем привет! Сегодня обновление 20 декабря. Начнем с самого простого. В магазине будут добавлены темы для студио режима. В данном случае это Рождество. Пока что добавят только одну. В последующих обновлениях еще. Дальше будет легкий зомби и тяжелый зомби в новогодних костюмах. Ну, это вы помните еще по прошлому году. Продаваться они будут как раздельно, так и вместе в наборчике. Так, едем дальше. У нас по списку улучшения плюс 6 для Green Dragon Sword, ну или просто Dragon Sword, и для Thunderbolt. Для тех, кто не знает, как это делается, сейчас вам покажу. У меня уже заспавнено 6 штук, потому что нужно именно 6. И все их 6 штук нужно разобрать. За каждую из них вы получите 100 купонов пробега, 100 купонов продления, 500 очков пробега и эксклюзивный материал для улучшения. Вот, собственно, о чем я и говорил. Теперь бежим в улучшение, ищем наш Dragon Sword, ставим эксклюзивный материал и улучшаем. У меня, к сожалению, звука нету, поэтому... Вот, собственно, мы улучшили. У нас 3 урона и скорость. Так, то же самое, ну, можно проделать с Thunderbolt'ом. Но у меня просто сейчас не заспавнено на тестовом сервере, поэтому я не могу показать. Так, теперь новое оружие. Новое оружие добавлено 2 штука. Это, сейчас, секунду, золотой Magnum Drill. Ну, на переводе не обращайте внимания, это как обычно. Золотой Magnum Drill и Аук, к сожалению, не помню. А, вот он. Аук Гардиан. Вот. Доступно это будет все в премиум декодерах, если я не ошибаюсь, естественно, за неплатные. По-моему, до 10 января будет то ли двойная, то ли четверная. Четверной увеличенный шанс на получение этих пушек. Так что желаю удачи. Будет также ивент на баф оружия, но только 10-дневные. То есть навсегда получить его нельзя будет. Будут скидочные купоны. Вот. Ну и в принципе все. Это так в основном то, что вам нужно знать. Самое основное то, что будет сегодня. Вот. Ну и скоро, соответственно, как и говорилось, пока что вы, наверное, видите кнопочку внизу тестового сервера. Кнопочка аукцион. На лайв-сервере, конечно, этого нет. Ну, ориентировочно пока что это планируется выпустить в январе. Вот. А на этом все. Всем спасибо. Все свободны.